Друзья, всем привет! Hi-Fi Petunium, с вами Андрей. Продолжаем углубляться в Resident Evil Revelation 2. Откровение 2. Так, ну что? Как мы видим, на выживании можно выживать. Прошли уже с вами первую главу, вторую главу, третью главу. На очереди у нас четвертая глава за Бэри Бёртона. Сегодня у нас уже 21 октября 2020 года, время летит, обалдеть. Вчера хотел выйти ночью на стрим, но, к сожалению, не получилось. Проснулся уже к 5 утра. Ну, в общем, как-то так. Ну, думаю, в 5 утра запускать не буду. Отдохнул, съездил к кое-каким делам. Продолжаем. Сегодня у меня выходной. Стрим разделим на две части до вечера. Ну и также постараюсь, вроде как выспался, нормально должно зайти, хватить до поздней ночи, если что. Так, всем привет, чатики, кто присоединяется. Так, нас сразу же 3 человека, не знаю кто, но, в общем, стримчики на Твиче, подтягивайтесь. Так, сейчас проверю, все ли хорошо работает. Сейчас проверю... Ой, тихо, так, браузер, звук. Так, смена качества есть. Окей, все, отлично, все, погнали. Так, ну что, в прошлый раз был у нас боссик такой, нехиленький. Получилось первого раза затащить, и то случайно. Game Voice, кстати, озвучка. Да, по озвучке не сказал. Мне нравится, не поскупились на маты. Блин, конечно, это может быть сказаться печально. За маты могут видосик заблокировать, но да ладно. Вот, на достойном уровне. Вообще Game Voice молодцы, любительские озвучки делают, и так... Чётенько у них. Biohazard. У них это хорошо получается, прямо все игрушки, которые они делают, достойно. Так сказать, не последняя у нас игра с их озвучкой будет и Dark Souls. Вот тоже перевели, уже смотрел, вообще качественно. Третья часть. Вот, также занимаются Revelation первым, давненько уже жду озвучкой. И, конечно же, ждем озвучку на Resident Evil 6. Пока выпустили только первую главу, не стали тянуть, уже выпустили. Но я подожду, когда выпустят полностью, как говорится, полноценную игру, чтобы не затягивать. Так, ну что, у нас основная кампания, эпизод для Клэр, второй эпизод. А почему второй эпизод? У нас второй эпизод за Бэри же должна тема быть, странно. Эпизод для Клэр пишет еще. Ладно, так, ну ладно. Так, навыки. 8000 очков у нас. Тут надо по 10 тысяч, тут вообще 100 тысяч. Надеюсь, сможем накопить. Да, продолжаем уклон прокачивать. Это очень хорошая тема, на самом деле. Так. Что-то АБС у меня показала в красной зоне. Ну нет, вроде все зеленое. Так, ну ладно, погнали. За Клэр-то и Морю мы прошли. Там Наталью кто-то украл, пока вертолет падал. Ранее в откровениях. Клэр Редфилд, вы идете с нами. Куда меня привезли? А ты даже не знаешь, чего бояться. Ты кто такая вообще? Я смотритель. Прошу, нужна помощь. Я здесь, дочка. Пожалуйста, будь жива. У меня нет родителей. Вот там. Откуда знаешь? А вот об этом чего-то не предупредили. Черт, меня вообще слышно? Твою дочку зовут Мойра? Чего? Да, вот на этом закончилось. Второй эпизод — созерцание. Нечто доброе и прекрасное способно быть злым, подобно дьяволу. Франц Кафка. До той башни, когда я была с ней.
Слушай, солнышко, мне нужно туда добраться. Поможешь? Мойра. Нет. Не поверю. Не может все так. Да. Так, ну что, надо копить патрончики, в основном для Магнума на боссов, потому что в прошлый раз за Клэр и Мойру мы потратили, ну, просто дофига патронов. У нас вообще ничего не осталось, поэтому, ну, как-то так. Да, еще я погуглил, короче, вот эту тему. В Грей эффект фильма убрать, к сожалению, в Revelation 2 это никак нельзя сделать. Можно сделать это с помощью модов, но говорят, что как бы совсем это все не очень. Поэтому, о. Как бы без вариантов. Ага, нашли рубинчик, да? Так, ладно, будем бегать за девочку, искать секретики. О, смотрите, можно вернуться назад. Ага. Так, ну-ка. Я думал, назад зайти нельзя будет. Может, что-нибудь здесь у нас секретненькое. Сейчас посмотрим. Ну, что-нибудь давай, мигай. Смотрите, вообще назад можно выйти. Так, надеюсь, не зря. О. А, это кирпич, блин. Кирпич. Ладно, кирпич поднимем. Так, еще что-то здесь. А, еще один кирпич. Так, ну мы тогда сверху спрыгнули, да? Да, походу, сильно-то назад убежать не дадут. Но я погляжу. Очки бонусные нам нужны. Может, где-нибудь что-нибудь доваляется. Нет, ничего не видно. Так, ну, в общем, да, вот, короче, вот грей эффект вот этот не убрать. Блин, я не очень любитель, когда добавляют в игры вот этот вот грей фишку, блин. Ну да ладно. Как бы, например, это все есть также в ремейках, но в настройках это отключается. Конечно, добавляет кинематографичности, но такое себе. На любителя. Так, все, уходим. Привет, Валериан. Это жук был? Добрым утром. Серьезно, что ли? Красное пятно, которое? А, кстати, точно, там 6 штучек же нам надо насобрать. Так, Боридис, да? О, сапфирчик. Так, а чтобы увидеть красное пятно, точно. 6 штук таких против прошлой локации. Ну-ка, мы с вами пропустили. Ну-ка, я сейчас обойду, гляну. Так, почему она не обратила внимания на это пятно? Я же подошел поближе. Так, нужен кирпич. Хорошо, кирпич так кирпич. А, вот оно как, да? Спасибо. Спасибо большое, не знал. Держи пятюню. Ну что, как утро началось? Рассказывайте. Да, в прошлом эпизоде это вот это я делал, как-то не поглядывал. Окей. Так, ну все, теперь можешь со спокойной душой идти, да? Вот видите, как говорится, век живи, век учись, да? Так, а если чем больше мы соберем жучков, тем мы сможем там в галерею, да, какие-то эскизы добавить? Это типа называется «сам догадайся». Да, да, это точно. Не, ну всегда есть всякие гайдики к этому делу, конечно. Мойра тебя не обижала? Нет, Мойра хорошая. Да, у нее доброе сердце. Уверен, что она видела в тебе что-то от Полли, ее сестры.
Олли, может, сестра? Этот браслет у тебя откуда? Не знаю. Женщина говорила через него. Вроде бы. Точно все не помню. Женщина. Смотрительница. Я читал отчеты об ее эксперименте. Знаете, что в игре обратил внимание? Почему-то, когда пытаешься в лицо посмотреть персонажу, любым персонажем, они всегда отворачиваются. Так, ребята, как у нас дела со звуком в игре? Не сильно ли громкая игра? Не, 50% также. Ладно, окей. Ребята и девчата, да? У нас уже 7 человек в эфире. Вы пишите, не стесняйтесь. Если кто-то первый раз там смотрит. Хотя, чтобы писать, нужно подписаться. Так. Почему-то карты не видать. Сбоку, справа, сверху. Пока. Блин, сейчас наживают. Это био, кстати, у этих. Так, еще один кирпич. Так, нормально? Ну ладно. Не, мне просто показалось, в наушниках громковато, что ли, как-то. Ну я по АБС смотрю, вроде как ползунки ровненько все. Преданность, единство, труд, богатый остров. Так, тут у нас какая-то записка лежит. Записка Гейба. Всем нашим, которые это найдут. Нас доставили на этот остров против нашей воли. Нас зовут Нил Фишер, Педро Фернандес, Эдвард Томпсон и Габриэль Чавес. У нас нет координат нашего местонахождения, и я не знаю, есть ли здесь кто-то, кроме нас. Вдали кто-то есть, не могу понять, человек это или животное. Слышу ужасный дикий вой, там как минимум несколько возможных врагов. Нам на запястье надели какие-то необычные устройства. От неизвестной женщины мы получили сообщение о том, что надо идти к какому-то воссеку. Не знаю, как правильно пишется. Если вы из наших и читаете эту запись, встретитесь у нас в этом... У этого воссака. Берегитесь, будьте начеку. Г. Чевис. А, ну это те ребята, да? Так, тут еще что-то валяется. Угу, сапфирчик. Блин, случайно увидал, что еще что-то. А, это кирпич. Ладно, возьмем новый. Блин, снова через лес, что ли? Барри, смотри! Чё? Кого? Куда? Где? Вроде пока никого. Хм. Ну окей. А-а-а! О! Так, надо за Барри переключиться. Террасейф. Эдвард Томпсон. Он из Террасейф. Черт, потому я ей велел не ввязываться. Да уж. Короче, всех, да, из Террасейф с той вечеринки пригнали на этот остров. Забрала эта бригада, которая напала. Так, что-то как-то мне не хочется совсем туда прыгать, ну да ладно. Кирпич снова пропал. Там вот. Еще ходят. Ну, блин. Спрячься где-то. Я разберусь с ними по-тихому. Так, а что у нас в этой нужно миссии сделать? Так. Значит, надо скрытными атаками убито 5 оживших мертвецов на городском складе. 6 врагов убито ножом, 6 врагов скрытными атаками, 8 врагов убито вспомогательным оружием.
8 врага, 2 врага убито дополнительным ударом. Так, а как понять вспомогательным оружием, то бишь и ножом, и вспомогательным? Это как? Наталья ударила врагов кирпичом 15 раз. Мутант Педро убит путем уничтожения всех глаз. Короче, Педро будет, да, с бензопилой? Это убит опять оживших мертвецов путем поражения только слабых мест. Окей. Короче, все по стелсу, да? Как отдохнул? Да нормально, в 4 утра полпятого где-то проснулся. Пойдет. Уже в 5 утра не стал запускать по своему времени. Думаю, все равно все спят. Должно на весь день хватить. На обрыве она всегда его теряет. А, да? Так, ну блин. Ушел куда-то. Развернется, нет? По-моему, развернулся, да? Да, развернулся. Так, валим, 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 валим. По стелсу надо. Сейчас подождем его. Все обойдет. Так, я вот в прошлый раз также хотел подкрасться, но не получилось. Это почему-то все равно у нас увидел. Так, ну если что, стрелять по ноге правой, да? Так, Барри где? Тут сзади. Он нас почему-то увидал. Он нас и сейчас, скорее всего, увидит. А, не, нормально. На, держи. Ага. Так, неплохо. Неплохо. Ну, хотя я пробовал, так. В прошлые разы почему-то не получалась такая тема. Атака сзади, это и есть доп. Оружие. А, вот так вот, да? Угу, хорошо. Значит, будем постелсить покамись. Так, а за монетки нам дают больше очков, чтобы мы могли прокачивать свои доп. Умения, да? Вот эти вот. Как вариант. Так, что-то как бы-то, как на здание можно попасть? Так, что тут всего один был? Ну, я думаю, нам там сейчас... Так. О, патрончики. Неплохо. Так. Угу. Казалось, думал, там красное свечение, это они, нифига. Блин, Барри, так опасно слазить на самом деле. Реально поранит. Теперь там их трое. Там еще. Да вижу, вижу. Блин, тут без его. Тут, наверное, надо вот здесь вот облезть, будет проще. Блин, разошлись, зараза. Так, подождем. Так, Барри, отойди оттуда.
Не, мне кажется, если я сейчас нарвусь, меня увидит вот-вот слева. Надо ждать. Да, увидел бы полюбасу. Сейчас разойдутся. Главное терпение. Есть такое дело. Ну, в стелс-играх это всегда так, да? Это как в Dishonored. Можешь бегать, прыгать, всех подряд убивать. Так. А можешь, как говорится... Так, Барри, отойди оттуда. По-моему, он сюда идет. Да, он идет сюда, Барри. Да, смотрите-ка, он обошел, нифига себе. Так, я надеюсь, он сюда не пойдет. Не, не пошел. Иди сюда, на, держи. А, он в эту сторону смотрит, да? Га, у него там бензопила или что это у него там в руке? Меч какой-то, да? Пилище вообще жесть. Так, готово. Так, походим, глянем, что тут. Барри, вруби свой фонарик, красота. Так ничего не видно. Эдвард, руки-ножницы, да. Так, вот в этот дом, я так понимаю, заползти никак, да? Что-то как-то тут нету никакой дырки. Так, а тут закрыто, нет? Медаль. Где медаль? Темно, не видно нифига. В развалинах. Ну и где? Так, стопы, а та дверь закрыта получается, что ли, решетка? Мимо ходишь, да все забрали. Спасибо. Зараза, нужен ключ. Ага. Так, здесь не пройдем. Ключ от задних ворот, да?
Их тут полным-полно. О, нифига себе. Так, Барри, иди сюда. Неужели обойдет дом? Блин, мне вот этот не нравится, который здесь сбоку. Полили, да? Так, понятно, короче. Я так и знал, что тот сбоку он подлетит. Так. Готов. Какая-то лестница на крышу. Всего 100 бонусных очков положили. Ну, как-то немного, да? Так, мне интересно, вот тот вот в какую сторону смотрит? Вот это, кстати, достаточно далеко уходит, если Гаса. Сейчас попробовать, он подойдет. Так, где Барри? Тут. Может, по кругу, думаешь? Не, мне кажется, вот тот вот смотрит почему-то в ту сторону, наоборот, ну, направо. А вот это долго ходит. Возможно, сейчас вот это туда-сюда бегает. Вот он сейчас развернется. Отошел. Так, все, отходит. Вот теперь надо гасить вот этого и резко того, наверное. Сейчас так попробуем, если не получится, переиграем. Блин, долго, сильно. Сильно долго. А, он за той стеной ходит. Все, этого уже не проблема гасануть.
На, держи. Так, готово. Так, ладно, смотрим, что тут. Кирпича у нас нету, да? Блин, непонятно. Да, он смотрит в ту сторону, как я предполагал. То есть он задом к нам стоит. Но может повернуться, да, в любой момент? Хотя фиг его знает. Готово. Так, ну радует, да, что игра дает играть по стелсу. То есть, ну не обязательно пив-паф, да, как говорится. Так, а вот здесь, наверное, можно подкинуть, нет? Что-то как-то... О, медалька. Не получается подкинуть. Где-то я там лестницу видел. Блин, Барри напугал, ё-моё. Разбегался тут. Так, ну где секретики? Секретики. Ничего нигде не мигает. Так, как-то же туда можно попасть? Вот лестница наверх. Так, интересно. Ящик где-то, возможно. А, вот он. Так, а получается здесь все, да? То есть бишь тупик. То есть нам надо залезть сюда. Оттуда перебежать туда. И там, скорее всего, лежит этот ключ, да? По-любому. Ну да, логично, согласен. Так, девочка с нами залезет, нет? Высоковато, да, наверное, нет? Да, конечно, высоковато. Нормально, ё-моё. Сколько тут? Лет 5, наверное, да? Тут проблем нету, ё-моё. Скорее всего, взрослый не справится, чем ребенок. Так, а вот и ключик. А при первом прохождении еще и ружье, кажется, кроме ключа, да? Возможно. Ну, ружье у меня у Барри. Мы же в прошлый раз с вами. Вот это вот, которое, да? Ой. Так, ружье у меня на четверочку. А, нет, на четверку у меня. Тут. На тройку. Вот это, да, ружье черненькое, которое? Мадам! Вы далеко собрались-то? Ты куда, она не слазит. Что-то Барри, что ли, мешает? Эх, ё-моё. Ой, как я замки в Assassin's Creed 3 не любил. Тяжеловато было взламывать их.
постоянно, вечно. Там, блин, около 200 замков за всю игру. Запаришься собирать. А вот это нам поможет. Так, ключ от задних ворот, да? Открывая задние ворота, ведущие из деревни в город. Так, все, что-то я тут как-то этих красненьких не увидел. Ну, как их, жучки-то, которые. Не, оружия нету никакого. Ходу во второй раз не дают. Сверху посмотреть. Да нет, тут локация небольшая, так, так что-то нету больше ничего. А, на деревьях могут быть, серьезно? Погоди, а если они на деревьях, то как их оттуда достать, если их только может девочка с кирпича вырубать? Тут даже кирпича-то нету. То есть сначала по красному пятну стрельнуть, оно упадет, а потом бить? Ну тут точно нет, потому что тут нет кирпичей. А, кинуть кирпич. Кстати, да, вариант. Ладно. Это высоковато как-то кидать. Так, я так понимаю. Здесь вы встретились с Мойрой. Угу. У большой башни. Большой башни. Я так понимаю, это та деревня, которая у нас. То есть, из которой мы убегали в прошлый раз, где вертолет, там вот эти все дела были. Так, что там надо было сделать? Мутант Педро убит путем уничтожения всех его глаз. То есть, короче, в глаза ему стрелять, да, в эти вылазающие желтые фигни? Короче, надо по стелсу патрончики до этого подкопить. Меня это убивало, попробуй попади. А ты имеешь в виду по дереву? Да, это точно, блин. Ну, японцы, ё-моё. Это у них нормально. Педро будет не скоро. А, он будет не в деревне, что ли? Да, вот это мы обошли с той стороны сверху. Я помню этот сундук. Еще как бы я говорил, как отсюда вот сюда здесь попасть. О. Монстр! Где монстр? Да ну, где? Ну вон на крыше какой-то, да? Что-то какая-то мистика, да? Так, Берри. Ну-ка, погоди. А он также патроны не тратит, да, когда стреляет сам? Как и Клэр, да?
Так, откроем Барри дверь. Так, что у нас по меню? Так, надо разобрать нам инвентарь, всякий хлам повыкидывать. Так, дымовой порошок, спирт. Что у нас тут еще? Письмо жительницы деревни. Любимый, прошел уже год с тех пор, как все вы пошли работать в шахты. Я благодарна вам за труд и, конечно же, благодарю ту, которая дала нам эту возможность и спасла нас от отчаяния. Ты должен был уйти всего на год. Какой был срок, но ты не вернулся. Почему? Но и не только ты. Друзья, другие жители деревни исчезли бесследно. До меня дошли слухи о ядовитых газах, чудовищных, неописуемых ужасах. И даже говорить не хочу о чем еще. Надеюсь, ты вернешься домой как можно скорее. Я тебя... жду. Так, давайте сначала с этим. Этот у нас сундук. Чуть не промазал. О, изумруд, косарь бонусных очков, да? Так, давайте инвентарь разэтываем. Так, что нам надо? Дымовой порошок, то я думаю, дофига, да? Тут тоже что-то дымовой порошок. Дымовая бутылка. Создает дымовую завесу для отступления, для скрытых атак. Так, спирт. Да, вот это... вот это так. Так, я думаю, вот это, наверное, можно выбросить, да, все, оно нафиг не надо. Куда нам это? Солить, что ли? Так, потом это передать. Окей, домовуху также отдадим. Тоже выбросить. Дымовая показывает невидимок. Да. Так, ну все. Просто куда нам это? Нифига себе. То есть это, короче, надо как? Блин, замутили. Так, только не те патроны потратил. Ну то, что он у них не видит, это я уже понял. Да ёп! На, мимо. То есть еще попробую, как говорится, попади, да? Может, с дробаша лучше тогда их? У него разброс побольше. Блин, 4 патрона все. Спасибо, Шеди, за подписку.
Ну, вот как-то так. Невидимые монстры. Ой, весело будет. Хм. Да, вот этого только не хватало. Добра. А, та же записка, которая... Угу. Который без воды и превратился в моба, да? Так. Ладно. Ну, я думаю, наверное, сначала нам надо исследовать левую часть карты, да, а потом уже идти направо, чтобы не бегать туда-сюда, потому что вот этих, наверное, паучков тут будет нехило летающих. Посмотрим, что у нас тут сначала, где лежит. Потом уже пойдем вправо посмотрим. Да, жаль, Берри сам не стреляет. Блин, ну тут бы была бы помощь неплохая. Если бы я бы только направлял, а он бы шмалял. Но, увы, так не пойдет, да? Было бы сильно хитро. Блин, а то тупик. На крыше медаль была. На какой крыше дома? Цветом. Синеньким, зелененьким. Голубеньким. Синий. Угу, вижу. Все, спасибо. Как говорится, одна голова хорошо, две лучше, да? Так все напропускаю, блин. Перед носом повесят, попробуй найди, да? Так, сюда заходили, да, по-моему? Да, сюда заходили. Ну, сама-то уже, я так понял, проходила уже, поэтому... Воу! Блин! Ё-моё, отвлекся. А чё она не оттетывается? Ладно. Поворот какой-то, блин, еле-еле живой. А, вижу. Странные жуки. Про то, что внимательно смотрю. А, ну это есть такое. Я вот сам бывает, когда вот смотрю. Ну, у меня есть
несколько человек, а так также иногда внимательно смотрю, то есть таких вот. И вот я иногда, блин, ну, когда сам играл, конечно, да, они бывают так пробегают, вот кажется, перед носом что-то висит или лежит, а они это не видят. И ты думаешь, как так? А потом я себя также понимаю, почему я не вижу. Потому что ты пытаешься ориентироваться, ну, на другие какие-то вещи определенные. Из-за этого нюансы, короче, всплывают, пропускаешь. Так, это мы уже к вертолету подбежали, да? Да. Поэтому как бы это нормальная такая тема, явление. Так, а тут закрыто. Сюда мы пройти не можем. И вертолета нет. Ну да, он же улетел с Вером. Так, по-моему, в этой деревне у нас еще есть сундук один. Желтый. Если не ошибаюсь. Так, медалька. Не, я не про то, что как бы там помнишь, не помнишь. Я про то, что когда, ну, ты что-то смотришь, и человек не видит, да. Именно про то, что видишь. Я про это имею в виду. Это как бы, ну, нормально. Ох, три замка, офигеть. Так, раз. Два. Ой, на самом краю. Зашло. Опа. Опа-ра-па-ра-па-па-па-па. Барри, отойди оттуда. О, кстати, в узких проходах надо, да, от этих жуков прятаться. Нормальная тема. Так. Здесь я вроде бы все облутал. О. Валерий, тут же у нас, да, висела вывеска, которая Весик, по-моему. Да тут в херам все разгромили. Это что-то вообще жесть. О, записка Педро о браслете. Браслет, что мне на данный момент удалось узнать. Внутри есть GPS-трекер, возможно, для отслеживания наших перемещений. Это приемо-передающее устройство. Мы слышим ее, она слышит нас. Сигнал идет с возвышенности в центре острова. Должно быть с той странноватой вышки. Не сомневаюсь, что и она там. Похоже, браслет отслеживает и наши жизненные показатели. С какой целью? Она не шутила, сказав, что заразила нас вирусом. Ни хрена себе, что же нам делать? Это он для нас оставил, да? Так, давайте сразу вот это дело с этим делом совместим. Все, что ли? Больше тут ничего нет. Нет, есть.
Так, интересно, это что-то дало, нет? Я-то сам лично играл вообще 5 лет назад, ну то есть на старте, когда он только выходил. Так, ага, здесь мы были. Получается, стены нам надо правее идти. Так, вроде еще где-то один домик, да, есть, где можно пролезть с той стороны. Так, Барри, уходим. Проще будет вальнуть, как говорится, в замкнутом пространстве. Давай, давай, лети сюда. Натали, не кипишу лишний раз, а? Я иногда отхожу просто на работе. Нет, мне завтра на работу. Ну, ничего страшного. Так. Работа тоже отвлекаться не стоит. Где мои все ребята, работники, блин? В последнее время. Блин, приходили с работы, теперь уже не заходят. Так, все? Или еще пробежаться? По-моему, где-то был еще ящик, нет? Побежали туда наверх, сбегаем, посмотрим, что там слева. Так, вот этот ящик мы забрали. А, ну все тогда. Так, я помню, где-то вот здесь вот был проход. А, ну это он и был, да? А, ну да. Вот здесь я залазил, тут был рубин. Ну-ка. Нет, в этот раз здесь нету ничего. А, ну тогда все. Я надеюсь, там на работе больше никто не смотрит. Ты так глядишь. Помню, у меня где-то с полгодика, наверное, ну чуть больше. Смотрел один человечек, он на работе. Вот. А что-то как-то я ему месяца через два спросил, а там на работе не смотрит. Он говорит, да третий, а тут, говорит, полколлектива высматриваю. Я говорю, что, серьезно, что ли? Я говорю, ну нифига себе вы даете. Я говорю, а что-то не с мобильного? Он говорит, да что-то не знаем, запустили монитор на отдельном компьютере тебя. Уже привыкли, что-то там по утрам у нам фоном у тебя постоянно что-то там у тебя играешь. Я говорю, ну ясно. Я говорю, молодцы. Потом мне фотку прислал, короче, как это, ну, в группе ВКонтакте, как это выглядит, короче. Как бы я, конечно, мне без разницы, но, блин. Интересно было бы знать.
У меня много друзей там меня с работы смотрят. Потому что я в такое время всегда эфир запускаю. Как там на работе постоянно. Так, ну, в общем, больше я ничего не вижу. Ладно, уходим. Так, направо. Там Ассасина как-то проходили также там, ну вот они смотрели на этой серии, они все потом ждали мне. Я потом забросил, они мне как-то донатик с работы прислали, говорят, давай продолжай Ассасина. А что-то, блин, уже столько частей прошли, поднадоело чутка. Что, серии 5, наверное, тогда мы напроходили. Или 6 даже. Я их еще проходил на 100%. Да, наверное, года 2 на это, ну не 2, наверное, но долго было. Так. Кирпич, 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 кирпич. А нет кирпича. Это вот тут вот красненькое, да, чего-то там. А может быть с той стороны. Помню, была тут. Наверное, и Мойра здесь была. Так. Блин, а если я спрыгну, это назад уже не это, не поднимусь. А, во, есть кирпич. Странно. Поближе подойти. А, во, есть. Ну, окей, так. Я говорю, попробуй попади. Ну да, вроде как сначала попал-то в стену. Тут на тебе. Так, а у меня осталось 2 патрона у дробовика, да? Маловато. Блин, анимацию, конечно, не эту сделали такую. Так, будем пока гасить с ножа, я думаю, нам патроны пригодятся. Блин, вруби фонарь, нифига не видно. Крысы эти. Оо, сколько тут много. И сюда хара девочку кусать. Да, ловко Барри управляет с ножичком-то, а? Ловко. Что
Тут как-то быстренько мы деревеньку пробежали, да, довольно-таки? Такая большая локация была за мой рот. Вот бац тебе. Что раз-раз они и все. Так, ну где секретики-то? Ничего нигде не блестит. Где патроны-то? Так. Вот и дождь пошел. Не замерзнешь? Не. Да где твои мама с папой? Они умерли. В Терагригии. Ты там была во время паники. Господи. Все это очень нелегко. Ты смелая девочка. Спасибо. Такие, как я, защищают таких, как ты, от биотерроризма. Тех событий не должно было быть. Тебе кто-то помог? Террасейв дали мне дом. На объекте. Извини, Наталья. Больше вопросов не будет. Так, ну там медалька, что ли? Эмблема башни. А, все, все эмблемки собрали. Угу, запрятали. Почему я обратил внимание, вот тут вот, кстати, ну это же напоминает, как, ну, я играл немало в Сталкер. Ну вот, и... Скоро, кстати, модик у нас еще один будет. Новенький. Там частенько в домах всякие фишечки. Опять поставился. Ну да, думаю, да. Но пока нету никого. Так, нам нужна ткань. Хватит уже эти зажигательные бомбы делать. Новый порошок, по сути, мне тоже особо не нужен был. А, кстати, если... вот по той красной штучке выпустить дымовую бомбу... Ну, дымовую бутылку. Я увижу ее или нет? Как вариант. Сейчас будет? Ну да. Скорее всего. Не пробовал. Надо будет попробовать. Что случилось? А я тебя жду. Ничего. Мы идем? Блин. Это тот, да? Там еще один лежит, да? Ой, черт. Блин, ну как же так-то? Угу.
Так, смотрите, дымовуха зашла. Неплохо. Так, кстати, тогда давайте сделаем. Тогда я также хотел проверить, сработает, не сработает. Так, а что он там стоит? Да, он там стоит. Блин, он еще в эту сторону повернут. Так. Может, в него кирпичом кинуть, или это не поможет? Дымовуху и в обход. Вариант. Вариант. Ну, попробовать можно, по крайней мере. Блин, не то. А как? Блин, не сработало. Серьезно? А почему он не отзащищался-то? Что за хрень-то? Странно. Так, может, он свет увидел? После загрузки, короче, заново, да, все остается. Ладно, окей. Так, девчонки-то у нас сюда тогда пошли, да, наверх. Ну и... Там кто-то есть. Осторожней. Пути расходятся, да. Так, ну ладно, фиг с ним. Этого потратили патронов. Блин, я не хотел, конечно, патроны тратить. Потому что их и так нету, ё-моё. Так, ну у нас есть еще автомата, конечно. Так, все, да? Больше ничего такого не вижу. Нет, не все. Еще здесь. Угу. Есть внутри. Внимательней. Так, а нам куда? Вниз или наверх? Угу. Так, а тут дрель требуется. Неужели Петра будет здесь бегать, вот эти дрелями открывать двери? У него же дрель. Что их тут как-то дофига. Реально дофига. Ну, то, что дрель у Петра, это я помню.
Блин, все, погодите. Не торопиться маленько. Как он там ходит-то? Понятно. Короче, впалил, да? Чего я переживал, так и получилось. Блин, все такими двоими надо управлять, а то начинаются вот эти вот хождения туда-сюда. Есть внутри. Внимательней. Так, ты здесь сиди. Что-то они друг от друга сильно... Все равно впалил, да? Так, давайте тогда сейчас попробуем, я не знаю, по-быстрому, короче. Есть внутри. Внимательней. Этого сразу снять? На, держи. Все равно увидел, да? Барри, ну отойди оттуда, да ёп! Стоит, блин, мониторит. Или сидит, что он там делает? Есть внутри. Внимательней. Да ну, блядь, ну как же так-то? Так, хорошо, если посидеть сзади там, отдохнуть слева, короче, выйти не дают. Есть внутри. Внимательней. Короче, он все равно впаливает. Ну или убивать его так, патроны тратить, но тогда увидеть, скорее услышать вот эти все. Так, получается, раз, два, этот еще выше. Ну или подождать. Так, все, отошел вроде как. Отойди от двери. Так, теперь ждать этот, когда дойдет до донизу. Так, вот эти двое наверху, да? Или он там наверху ходит? А, не, он ходит на втором этаже. Ага. Так. Ну что там, долго будешь ходить ты или? А где Барри-то? О, патроны Магнум, замечательно. За мной. Иду.
Что там куда-то, Барри, куда-то исчез. Блять. Ну, короче, ладно, хер с ним, убиваем. Чтобы больше будем перезагружаться. Надеюсь, все не услышали. Я так понял, он увидел через вот эту дырку, да, которая? Ну да, скорее всего, вот здесь вот. Тихо. Тихо. Все, что ли, серьезно? То есть мне тупо повезло. Фига он с ножа быстро как-то. Так, а где? А. Блин, думаю, что она хочет сделать? Так, ну там еще один наверху где-то. Угу. Короче, где-то выше, да? Что за херня была? Да, так и на Педро патронов не останется. Ой, тут еще ходят, блин. Спасибо за помощь! Так, куда ему? Башку, да? О! Зараза! Этого по стелсу не выйдет. Ну, это я так и понял.
Типа, он что, такой здоровый, его как бы нельзя застелсить никак, да? Это маленечко я не понял, из-за чего. А, снайпер у зомбаков. Ясно. Чтобы патроны к магнуму давали, а? 5 штук всего, вы серьезно, что ли? Ничего так мало. Почему? Прыгает там, бегает ему. Так, ну вроде как... А, вот еще. Угу. Так, это мы вышли на той, на детской площадке, да? И снова кирпича нет. Все, никак не привыкну к этой теме. Так, а вот что-то как-то на секретики, на вот эти мелькающие, да, на патрончики-то поскупились. Что за нафиг? Столовая. Да, помню эту местность. Помню. Так. Там сейчас через автобус нужно будет пройти. Так, где кирпич? Кирпички, так. Так, а как кирпича нет. А как вот эту тему забрать? Жука. Вот кирпич вроде бы, да? Не, нифига. Ну, блин. Странно. Ладно, может, дальше есть за автобусом. Так, Барри, выруби свой фонарик нафиг. А, во, кирпич. Что такое? Сразу-то не увидел. Рили? Серьезно, что ли? Странные жуки. А,
попало. О, блин, твою мать! Приперся сюда. Че, он своего убил? Не, нифига не убил. Это не очень хорошо получилось. Блин, снова 5 штук всего. Так, что там нам еще нужно сделать? На городском складе скрытыми атаками. 6 врагов убито ножом, 6 врагов убито скрытыми атаками. Так а мы же уже убили скрытыми атаками 6. Вспомогательным оружием 8. Странная тема какая-то. Или это потом дадут? После завершения эпизода? Где эта хрень? Летающая. Что я ее не вижу? Странно. Она же красная должна быть. Да, это то место. Так, тут вот сундук. В соседней комнате. Внизу, что ли, там? Так, вот здесь я помню, где-то был сундучок. Вроде как. А, вот они. Так, Барри, отойди отсюда. Давай же, улетай. Зараза не захотела. Осторожно, левее! Монстр идет! Стреляй! Быстрее! А где? Подожди, Наталья. Да блин! Нет.
Обошел, что ли, как-то сверху? Что-то я не понял, что за нафиг-то? Я же был там наверху, не было никого. Нет, вниз падать не вариант. Не, подожди, не надо там сходить. Там два сундука, по-моему, или один целый есть. Что отсюда пришло? Ну где эта хрень? Она же меня тогда явно облетела. Прыгни, куда прыгнуть? Так, нет, отсюда мы пришли. Как она меня тогда облетела здесь-то? Подожди, Наталья. Сработало. А откуда она сюда прилетела? Что-то я так до сих пор и не могу понять. Спасибо. То есть как так вышло, что она просто тупо появилась, что ли, вторая вот эта вот? Тут еще одна получается. Так, тут где-то был сундук, я помню, для Натали. Или не здесь, или там наверху. Это еще одна хрень. Так, еще можем одну дымовуху сделать. А, вот и повыкидывал дым, да? Угу. Так, нет, не можем. Ладно.
Так, ну я точно помню, что был где-то сундук. Желтый такой здесь. Че, зря тут убивал, что ли, всех? А, вот он. Так, а порох что дает? Взрывное устройство. А, ну это результаты, которые ложного эксперимента, да, это мы читали. Так. Тут ё-моё. Так. Нормально, да? Зашло так. Патроны к дробовику. Ну окей. Две штуки. Да вы серьезно, что ли? Почему так мало-то? Тут на миссию как минимум по 10 надо давать. Ну тут, наверное, скорее всего, что сложность, да, у меня сейчас выживание стоит, поэтому дают ни о чем. Просто ни о чем. Такой децл, что вообще жесть. Да, получается, можно было, по сути, отсюда убегать, да? Ну, вот 10 хотя бы. Ну, по десяточке бы давали каждый раз, было бы еще как бы так нормально. По 2, что такое 2? Сложно дает о себе знать. Да, наверное, скорее всего. Ну, блин, просто как убивать-то? Ну, вот так вот будет босс впереди, и что, и все, и приплыли. Так. Нет. То есть все, нам назад возвращаться, да? Нифига себе тут напихали, да? Это получается раз, два, три. Три жука. Угу. Так, ну тут еще эта дыра сверху. Обалдеть просто. Все, валим отсюда. Так, а она может спрыгнуть? Ага. Так, может, да? Окей. О, блин, туда запутался децл. Блин, темно, нифига не видать. Одна я идти не могу. Ну, ё-моё. Так, а вот там двое валяется, а если их попробовать с бутылки коктейли Молотова. Так, а она что, не умеет коктейли Молотова кидаться? Нет, не умеет. Блин.
Так, а взрывчатые тоже не умеют. Короче, она умеет только дымовые, да, кидать? Она не только прыгает, но и падает. У меня с крана в третьем эпизоде она как самоубийца, глаз да глаз за ней. А, да? Ну ладно, окей. Так, что там? Ладно, идем. Так, а что там такое валяется? Понятно. Спички детям не игрушки, да уж. Как и ножи и прочая тема, да? Да, фиг вам, а не секретиков каких, ладно. Ты фальшивка. Так, а помните, мы вначале там пропустили с дрелью, указанной на стене фиговиной? О, Барри, ты что, поврежден, что ли? Ё-моё. Короче, эта фигня за нами идет, да? Педро, которая называемая. Тут я встретилась с Мойрой. Хорошо, давай ускорим шаг. Вспомнил, это там... Это случайно не вот эта местность, куда я туда обошел? О, паучий химикат. Так. Бутылок ловушек. Тут я помню, где-то была у нас... Да-да-да-да-да, я помню эту местность. Вот эта вот записка горожанина тоже. Не нравится, здесь никто не держит. Помню, помню, помню. Так, тут где-то сундук у нас был. Все погибли. Ой. Кто там? Сиди тихо. А, вот он, сундук. Вот он, вот он, вот он. А, ну все-таки Мойра тогда зря дверь открыл, да? Я-то думал, это для... Это для нее будет. Ебать, вот это промазал. Короче, патроны дают нельзя, не зря, да? Ну как же мало, а? Так, а что это помоги тебе? Чем тебе помочь-то? Так, короче, надо... Скорее всего, от него будет бежать, да? Или что-нибудь типа того... Чтобы собрать, нужно несколько раз проходить, да?
Патронов, конечно, хотел накопить, а по итогу нифига. Так, ладно, два варианта. Или идем сюда вверх по лестнице, или проверить надо лифт. Ищем другой путь. А, это я думал, она залезть хочет. Это она просто на кнопку нажимает. То есть туда пролезть никак, да? Ясно. Опа. Опа-ра-па-па-па-па. Вот этого добра только не хватало. Ладно, пофигу, пусть летает. А вдруг лифт упадет? Все, может быть. Блин, она тут не одна. Ну ёп! Очень близко! Монстр идет! Так, давай кирпичи так это, не мажь. Забирай. Не забирает. Так, мы пришли снизу, да? Там еще одна летает. Так, а вот тут вот мы с вами уже не были. Запись горожанина. Уйдя к памятнику, твой отец так и не вернулся домой. Я пыталась ждать, но больше не могу. Пошла его искать. Мне было довольно сложно, но там все обращались со мной очень хорошо. Мне сказали, что появилась какая-то инфекция и сделали профилактический укол. А этот браслет, по их словам, поможет мне уцелеть. Это место такое большое и замечательное. Никогда ничего подобного не видела. Конечно, для нее тут нет ничего особенного. Она наш остров спасла. Мне начинает казаться, что она может все. Сожалею, что вообще сомневалась в ней. У меня немного кружится голова, но думаю, это ничего. Может, это от напряжения. Ой, наконец-то я нашла твоего отца. Частично, во всяком случае. Я всегда знал, что у него светлая голова на плечах, и это все, что от него осталось. Не могу я его принести в таком виде. Браслет издает странные звуки, немного раздражает, но не волнуйся, я найду остальные части твоего отца, и мы пойдем домой. Ты, наверное, очень кушать хочешь. Нет. Так, ну тут что-то как-то снова ни патронов тебе, ничего, да? Так, эта фигня там летает, да? Так, спирт. Барри, иди сюда, посветит, ё-моё. Так, и вот тут есть какая-то большая комната. А, заперто с другой стороны. Так, ну-ка, Барри, иди-ка сюда, посвети-ка. Тут, блин, еще от этой мухи все расплывается. Ну что, где проход есть какой?
Так, тут я ящик пропустил. Да, тут есть проход. Так, ну, я так понимаю, надо быстро залезть и быстро дверь открыть, да? Так, Боря, иди сюда. Они быстро отлетают. Лид, стреляй! Так. Вы стреляй! Очень близко! Ага, не-не, стопай. Вон, нормас. Готово. Так, значит, что мы сделаем? Так, вот так вот. Далее, сюда. Так, вот это, наверное, я выброшу нафиг. Так, порох, взрывное устройство. Тоже как бы нафиг. Дезинфицировать вот это оставим. Так, а где красная трава? А, вот она в баре. Угу. Так, отлично. Да, патронов все меньше и меньше. Так, далее тогда наверх, да? Так, где у нас проход наверх? Здесь. Так, тут тупик. Барри, давай быстрее. Камон, камон, не тормозим. Прости. Прости. Не могу. Прости. Так, что-то мне как-то это не очень нравится. Такая тема. Так, а вот и тот вертолет, да? Угу. Погоди. Да уж, припарковался, что надо. Ну да, походу же сейчас босс будет. Офигеть. Так, и что это? А, это нам дало проход.
Какой столик стоит, интересный. Да, вот скорее всего за этой стены сейчас выпрыгнет. Нет, не из этой. Отойди. Так вот что с ними происходит. О! Да ладно! С первого раза убивает? Серьезно, что ли? Нифига себе! Так, ладно, я попробую. Ну, конечно, так патронов может не хватить. Ну, тут надо... Так, мы... Теперь-то появилось вариантов побольше. Я его убил или... Ну не все, да? Так, нам дреть дали. Усё, убил. Так, а надо было у него, наверное, вот эти штуки вынести, да? Блин, нифига я на него потратил. 14 патронов. Ну, 13. Там же была у нас это, как ее? Ну, уже сохранение было. Вот, мутант Педро убит путем уничтожения всех его глаз. То есть надо было вот в эти штуки стрелять, да? Так, ну-ка. Ну, уже было, по-моему, сохранение. Уже, по-моему, все. По-моему, мигало-то. А, нет, смотрите-ка. Можно переиграть. Ну-ка, ну-ка, попробуем. Блин, тяжело попасть на самом деле. Отдали, отойди! Странно. Нет, тут, короче, только... Тут, видать, только этим надо шмалять. Что-то не... Так, сейчас еще помедленнее это. Так, параметр управления. Что-то сильно быстро. Здесь на скорость прицеливания один поставлю. Давай, давай, давай. Медленнее было. Ага, вот так вот. Так, а можно ли его дымовухой? Или вряд ли? Странно, блин. Боже, боже. Может, это нельзя на безумии сделать? Они вообще не выносятся. Странно, а как? Они вообще не выносятся никак. Столько патронов потратить.
Или может надо в определенные места сначала стрелять? Ну, в первый раз я один выбил, но теперь я не выбил вообще ни одного. Теперь ладно. Появилось вариантов побольше. Фиг с ним, зато патронов больше сэкономили. Ладно, бог с ним. Странная фигня какая-то. Так. Дрель. А где сама дрель-то в инвентаре? Не видно что-то. Так, это у нас получается две стены, да? Но мне кажется, он еще живет почему-то. Педро этот. Гал. Так, ну пойдемте искать, где у нас там первая дверь была. Или там одна только была, я что-то не помню. А, одна вроде бы, да, в самом начале. Можно было бы, конечно, его с других подамажить патронов. Возле лифта, да, там было. Или еще ниже, что ли? Но я думаю, другие пригодятся, да? Да, вот сюда вот. А, ну даже сама карта показывает, куда идти. И чё? Эн, ты не помнишь, одна у нас была кирпичная дверь, ну, с указанием, это кирпичиком, но это в самом начале, а вот вторая, по-моему, блин, была наверху или не была? Что-то как-то... Потому что если я сюда сейчас выйду, скорее всего, конец главы будет, да? Тут ящики в разнобой. Так, ну ладно, короче. Погнали. Это то место к башне, где следы у нас все дела, да? О, нифига себе. О, отлично. Три штуки. А что это он держит? У него такой же браслет, как и у тебя. У Мойры такой же был, как у сестер. А, ну это же этот у нас... Что за ёб... тупой эксперимент? Это же у нас это пилот, да, который, по-моему?
если не ошибаюсь. Да, печаленько. Жуков напропускал по-любому там в этой темноте, ё-моё. Фига, не видать было. Да, здесь вот закончилось у нас. Тут мы расстались. Хороший дядя пришел и забрал меня. Хороший дядя? Из Тарасейф, он спас меня. Интересно, дошла ли Мэра до башни? Пойдем, глянем, что внутри. А, то есть все-таки ее спас хороший дядя, да? То есть как бы все нормально. Ну, конечно, Клэр и Мэра этого знать не могут, но... Ну тут такое чувство, что до башни еще пилить и пилить, хотя она хоть и рядом находится. Даже больше тут, наверное, вряд ли что-то есть. Что-то как-то не видать. Смотрите, еще не конец главы. Я-то думал, здесь уже все. Это место изменилось. Страшновато, да? Сарик. Кстати, довольно немало очков набрали. Запись о клиническом эксперименте. 24 января 2010 года. Испытание вируса Т-Фобос. Ага, помню такой. Почти завершены. Нам удалось снизить летальность вируса Т и создать механизм, благодаря которому вирус активируется в организме, испытывающим сильное эмоциональное потрясение. Также мы снизили показатель сопротивляемости вирусу до менее чем 2%. Все идет по плану. Однако время подходит. Мы близки к идеалу, но у нас нет права на ошибку. Так. Можем пойти направо, можем пойти налево, да? О, Серега. Здорово. Че, на работе? Много прошел. Ну да, уже немало. Ну-ка, вторая глава за Берри. Следующая, третья будет. Четыре главы. Ну, тут еще нормально. Половину уже прошли, можно так сказать. Ну что, как на работе дела? Что новенького? Смотрел сегодня записи твои. С утра, в 4 утра проснулся. Как там Прайдер? О, нифига себе. Так, тут еще что-то лежит.
Прощальные слова моему дорогому отцу. Бедный ты и дряхлый старик. Ты хотел создать новый мир и править им, словно бог, но при всех своих амбициях ты не смог одолеть самых грозных врагов человека — старость и болезнь. У тебя было все, но тебя подвергло разваливающееся тело. А потом твой собственный сын поставил точку в твоей жалкой жизни, и ты остался лишь сноской в анналах истории. Ты облажался, старик, но не бойся, твоя мечта будет жизнь. Я воспользуюсь данными тобой знаниями, властью испытуемыми, и добьюсь успеха там, где тебя постигла неудача. Я создам новый мир и буду править им, словно богиня. Твое наследие будет позабыто, а мое только начинается. Пусть душа твоя, если она у тебя вообще была, вечно разлагается в муках. Пусть ад заполнится беспристрастным скрежетом твоих зубов. Да уж. Так. Ну как там прайдер-то, заходит, не заходит? Блин, без микрофона, конечно. Тебе бы микрофон, Серега, добавить на эфир. Иногда непонятно, что ты там пытаешься замутить видео. Все-таки микрофончик нужен. Поэтому как-нибудь это, добавь все же. Пояснения нужны к видео, а то, блин, тяжеловато так. Что я в Rise Tomb Raider играл мало. Иногда вот... неясно, чё, кого, куда. О. Так, в арке на максималке, оказывается, надо иметь дерево, чтобы костер разжечь. Это усложняет, да и аптечки принимать тоже уже надо. Два ингредиента, а на среднем нужна была только травка, да? Но это ты на выживании сложность. Там-то есть в арке же два уровня. Ты-то играешь на хардкоре, а есть еще сложность максимальная. То есть есть максимальная, а есть выживание, по-моему, вроде как, да? Если я вошкаюсь на мечности, то еще всякие реликвии. То есть, как бы, там с DLC добавляли выживание вроде как. А максималка там по-другому, там как и на среднем будет. Рядом с Вескером. Это и есть Вескер. Алекс Вескер. Двое Вескеров? Да это чушь полнейшая. Вы наконец-то пришли. Я знаю, что придет. Так, интересно, да? Ну вот и еще один, так сказать, эпизодик-то, да? Что там, это, наверное, битва с боссом будет? The end. The end. На выживание, ребят, чекпоинт, а на эксперте только сохраненки на лагерях. Да-да-да-да-да. Ну вот это последнее сохранение, ой, последняя сложность, она и была добавлена с DLC. Так, ну что? Блин, вот этого мутанта Педро непонятно было, как, да, вот выбить. Блин, еще Наталью, еще надо было 15 раз кирпичом ударять. Два врагов убито дополнительным ударом, 8 врагов убито вспомогательным оружием. Ну, вроде как делал, но странно, почему-то не сработало. Вы получили какой-то секретный файл. Угу, вот это интересно. Ну, фигурка, ладно. 1000 бонусных очков. Так, получается, 9 медальонок нашли, да? И...
Ну да, Серега, там-то уже середина игры ближе будет. 16 повторных попыток у нас было. Ха, час 47. Так, а сколько у нас стрим уже идет? О, уже 2.30, нифига себе. Так, медали. Медали. Так, ладно. Сейчас давайте глянем, что там дальше и прервемся на обед. Так, навыки. Так. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Лэра Барри получает возможность наносить дополнительный удар. А, ну вот он, дополнительный удар. А как им пользоваться-то? В Ведьмаке уже четвертую главу начал. А, в первом, что ли? Да, по-моему, там 6 глав, если я не помню точно, вроде как. Ну, там последние вот эти главы в одном месте бегаешь. Там ничего такого уже не будет. Так. Предлагаю вкачать... Можно 2 десяточки. Вот он, дополнительный удар. Да, можно вкачать вот это. И вкачать уклон. Время сокращения. Так, останется нам 30-шечка, еще потом под соточку, да? Эпилог там, да, тоже за главу можешь считать, потому что там немало. Ну, там как бы они все эти, там 5-я, 6-я глава, вот эти эпилоги, они все одинаковые. По сути, по тем же местам бегаешь. Только чуть-чуть меняются там диалоги в основном. Там самое главное 4 главы, тяжелое, остальное там уже изи будет. Там уже идешь, будешь ролики только смотреть. Ранее в Откровениях. Мама дорогая, моя жизнь прекрасна. Эта сука в меня иглой тыкала. Страх запускает вирус. Клэр, лезь на крышу. Видишь, мы как сестры. О, мой дорогой Грегор. Это нечестно. Клэр, девочки, нет. Мойра хотела дойти до той башни, когда я была с ней. Парень, там что-то есть. О, а я тебя жду. Да уж, припарковался что-то. Тут мы расстались. Хороший дядя пришел и забрал меня. Твой Вескер? А хороший дядя — это случайно не тот, с кем с Клэр и с Мойрой расстались? Ну, тип-то убежал куда-то. И, ну, Вескер куда без Вескера, да? Так, третий эпизод, приговор. Фух. Признание — ложь одно и то же, чтобы признаться, человек лжет. Франц Кафка. Клэр, есть что-то? Нет, ничего. Мойра, глянь. Кто-то записку оставил. Написано: «Идите к фабрике». И надо сразу верить в эту херню? Почерк Нила. Идем. А, то есть, кстати, у нас тут, помните, да, по патронам печаль, вообще беда. У нас вообще нет патронов, ну, для автомата маловато, короче. Так, а тут закрыто, то есть сюда мы сейчас не попадем, да? Так, ладненько. Я думаю, здесь, наверное, дальше... Это уже третий эпизод у нас получается. Делаем здесь перерыв, пойду я пообедаю. Так... Третий эпизод для Клэр, третий. Да, у нас остался третий и четвертый. То есть мы 2 прошли, середина игры, да, еще осталось 2. Ничего себе, если там были боссы. Тоже вот играю на выживании, на максимальном сложности, блин. Далее будет, наверное, как бы так это, не изи нифига, да. Так, ладно, тут передохнем. Давайте, всем хорошего дня. Пойду я... пообедаю, стрим я также завершу, не буду оставлять. Пойду поем, вернусь. Маленечко отдохну и в часов... Так, сейчас у меня 3, 4, 5, или в 5, или в 6. Ну, в общем, в Дискорде я анонсик дополнительно сделаю. Все, спасибо.
Левин, Серега, что забежали. Так, на сегодня одна подписка всего. А, две подписки. Два человека подписались. Спасибо за подписки. Увидимся сегодня. Давайте берегите себя. Хорошего дня, не болейте. С вами был Андрей. Пока-пока.